Всем привет, ребятки, с вами снова я, Зайка Вера, и сегодня я решила залепить черепашку, ну не простую, а черепашку супергероя. Давайте же посмотрим, что у меня получится, и не забудем, и подпишемся. А еще неплохо было бы, если бы вы поставили лайк, мне будет очень приятно. Ну все, понеслась. Слепим туловище, голову, шею. Четыре ножки, глазки, хвост, панцирь, пятнышки для украшений и полоску супергероя. А теперь соберем. Итак, пожалуй, начнем с головы. Нам нужно скатать шарик из зеленого или можно даже песочного цвета голову. Так, теперь немножечко мы ее по бокам вот так вот пальчиками слегка плюснем. По бокам у нас будут глазки, а пока нам нужно будет, чтобы нам глазки не мешали, прикрепить шею вот таким вот образом. Мы соединим. Так, поделка у нас дольше прослужит, ничего не отвалится. И наша поделка-черепашка будет долго-долго нас радовать. Так, ну вот, шею прикрепили. Теперь давайте соединим это с туловищем. Туловище у нас побольше, чуть вытянутый шарик. Прикрепляем вот так вот нашу голову. И таким же образом начинаем соединять нашу шейку прекрасную с не менее прекрасным туловищем. Теперь она у нас выглядит как влитая, единая поделка. Ну вот, что теперь? Теперь мы прикрепим ей лапы. Лапы вот такие вот напоминают нам с вами лепесточки. И тоже нашу лапу таким же образом аккуратно прикрепим. Как вы увидели, у нас получается морская черепашка, и это у нее такие вот плавнички. Прикрепляем их, чтобы они были немножечко направлены назад, сами лапочки. Так вот она плывет по своим черепашьим делам. Да, как она у нас еще и супергерой, то и по-геройски. Так, не забудем хвост. Вот, вот такая вот небольшая, вытянутая, как галочка. Как такой жгутик. Или вытянутый треугольничек, можно сказать. В общем, кто что видит. Наверное, для удобства можно было сначала прикрепить хвост, а потом уже задние лапки. Тут у меня пальчики не совсем удобно. Так что век учись, век живи, век учись, как говорится. Ну вот, почти готово. Так вот она плывет. И займемся панцирем. Панцирь у нас с
коричневого пластилина. Мы возьмем стык и аккуратно нарисуем на нем такие вот, такой вот черепаший узор. Вот, как вафелька. Теперь мы нашу вафельку аккуратненько помещаем на спину нашему герою. Вот и хвост торчит. Так, панцирь на месте. Что же теперь нам нужно сделать? Нам нужно взять жгутик яркого пластилина, у меня это красный, чтобы было очень заметно, это сама повязка геройская. И мы вот так вот берем вместе, где у нашей черепашки глазки, мы ей прикрепляем поверх повязки, крепим глазки. Вот. А может быть, она у нас не только супергерой, но еще и спортом занимается. Такие повязочки на лоб спортсмены могут также одевать. И возьмем небольшие пятнышки такого же коричневого пластилина и просто прикрепим ей на головку. Такие вот родимые пятнышки. И да, конечно же, не забудем и сделаем ей замечательную улыбку, потому что без улыбки ну никак не обойтись. Вот такое вот морское чудо у нас получилось. Ну вот, мои хорошие, она как бы парит, бежит, летит, плывет по своим замечательным черепашьим супергеройским делам. Всем пока-пока и до новых встреч!